Про троллейбус? Это про художника, наверное. А, крепитесь, люди. А, это не скоро, это ближе к финалу. Ну да, это на улице, наверное. А знаете, вот я когда приехал на эту историю в Ватутинке, это под Москву, и думаю, дай-ка я поэтизирую это место все. Из Челябинска-то. Радиация-то она дает о себе знать. И думаю, дай-ка поэтизирую. И написал песню. Потом Рязанова-то и говорю. Эльдар Александрович, ну а кто тут у вас еще это вот деревню эту поэтизировал-то? Он говорит, да, Матусовский тут написал в подмосковные вечера. И сам я, говорит, тоже пошел как-то по грибы. А в голове строчки. У природы нет плохой погоды. В общем, там каждый квадратный сантиметр уже описан. И я тут приехал из Челябинска, поэтизировал. Вот, и потом, наверное, вот эта провинциальная наглость позволила мне написать песню еще про одну деревню, про Царское Село. Я как-то прочитал Тынянова, Пушкин. И так меня захватило. Пушкин, Царское Село. Эх, я написал. Мы везде пели, потом приехали в Царское Село, как дали. И подошел человек из фонда русской поэзии ко мне после концерта и говорит, хорошая у вас получилась песня про Лермонтова. Потому что песня называется «Поручик». А поручиком-то был Лермонтов. Он говорит, ну вы не расстраивайтесь, потому что Лермонтов тоже служил в Царском Селе. И если вы всю эту ерунду рассказывать не будете, можете просто объявлять на концерте. Михаилу Юрьевичу Лермонтову посвящается. У поручика неважные дела, у поручика разорвана шинель, но до Царского Села будет дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до Царского Села будет дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель. До тех пор, пока Валторн не стихнет медь, он вообще не будет помнить ничего. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха чисто для него. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха чисто для него. У поручика на бинтике узор и платочек от одной мадемуазель. Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор, ни про то, что им назначена дуэль. Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор, ни про то, что им назначена дуэль. Но в одном ему сегодня повезло. Кто-то молится за грешного и ждет. Дремлет Царское Село, но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет. Дремлет Царское Село, но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет.